ЭКО 16 ФФ. Контурный газовый котел с закрытой камерой сгорания мощь 16 кВт. Имеет стандартный выход на коаксиальный дымоход 60 на 100 мм. И также есть возможность подключения раздельного дымохода. В верхней части котла размещены вентилятор мощь 45 Вт. Дифференциальное реле давления с рабочими параметрами 58 и 48 Паскаль. Дифференциальное реле или прессостат выполняет роль датчика дымовых газов. В случае засорения дымохода цепь безопасности разрывается и котел выключается. В камере сгорания установлен медный теплообменник с напылением для лучшей коррозионной стойкости. На выходном патрубке сразу после теплообменника закреплен предохранительный ограничитель температуры на 102 градуса. В случае превышения данной температуры цепь безопасности будет разомкнута и прекратится подача питания на газовый клапан, что приведет к закрытию газового клапана и прекращению подачи газа на горелку. Внутри камеры по всем боковым поверхностям установлен теплоизолирующий материал для фокусировки направления тепловых потоков от горелки к теплообменнику и соответствующего увеличения КПД котла. Во всех новых котлах теплоизоляция обожжена уже с завода, так как после сборки финальной проверки качества служит первичный запуск котла на стенде. На горелке установлен электрод, выполняющий роль элемента розжига и в последующем контроле наличия пламени. Как и все остальные элементы цепи безопасности, в случае угасания пламени происходит разрыв цепи безопасности и перекрытие подачи газа на горелку. В данном котле гидравлическая группа выполнена из латуни. В правой части гидрогруппы установлен премиальный насос Синху китайского производства, применяемый и в других европейских котлах. Трехскоростной насос имеет вращение по часовой стрелке. На нем установлено реле давления воды в системе, предохранительный клапан на 3 атмосферы с силиконовой трубочкой сброса избыточного давления воды и воздухоотводчик. В правой части гидрогруппы также размещен кран подпитки для заполнения системы отопления и датчик протока, представляющий цилиндр, внутри которого при протоке воды поднимается поплавок со встроенным магнитом. Данный магнит замыкает гиркон, герметичный контакт, и котел понимает, что пошел водозабор по контуру ГВС. Датчик протока установлен на входе воды. В центральной нижней части размещен итальянский газовый клапан СИТ-845, который широко применяется практически во всех современных котлах. В правой части гидрогруппы установлен моторчик трехходового клапана, который приводит в движение шток и происходит переключение контуров отопления и ГВС горячего водоснабжения. На выходных медных патрубках крепятся накладные датчики температуры, в котором котел отслеживает температуру подачи воды по разным контурам и в соответствии с этим производится модуляция пламени горелки. В задней части гидравлики котла размещен 12-пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для приготовления горячей воды. На лицевой панели котла органы управления служат классические регуляторы, понятные пользователям любого возраста на интуитивном уровне. Два регулятора температуры воды и отопления с изображенной шкалой и один регулятор включения-выключения котла. Также на панели управления выведен манометр для отслеживания давления воды в системе. Индикация ошибок и текущей температуры воды и теплоносителя выполнены в виде комбинации светодиодов. На котел установлена плата Брахма итальянского производства, широко применяемая во многих современных котлах. На задней стороне котла размещен расширительный бак объемом 6 литров. В верхней части бака находится ниппет для подкачки воздуха.